Здравствуйте, дорогие друзья. Вот у нас очередной динозавр на кухне, наверное, лет 5 стоял, или уже на полке стоял. Бездействие. А куплен лет 10 назад, когда еще, что у нас там, пятерочка была, копеечка. Может, помните, копейка такая была. Такое радио. Такое супер. Название даже не переведу. Ю и унитеды. Изготовлено в Китае. Даже на пломбах. Это что, пломбы? Что? Нет, это знак качества типа. Так, давайте зайдем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, шесть батареек. Ножки уже погибли в неравном бою со временем. Значит, с одной стороны у нас переключатель приемника настройка. С одной стороны громкость, выкл, режим работы радио, CMP и громкость. Антенна телескопическая. Приятный синий свет. Где тут у нас? Засвечивать. Дисплей. Пишет, что диска нет, хотя диск есть уже годы. Так, открываем. Вот оно. За 7 лет как демпфер засох. Там такой бочонок с лопаточками. Там типа эпоксидной смолы без отвердителя. Густая-густая. Вязкая жидкость. В свое время с кассетниками трахался. Пытался сделать, чтобы как был с заводу. Там со временем крышка начал лязгать, но не получается, потому что набивалось оно какой-то машиной. Вручную нереально сделать так, как завод. Ладно. Чего у нас тут? Обычно лазер. В общем, 500 или 1000 рублей максимум 10 лет назад. Ну, по крайней мере, года 3-то, наверное, CD-диски он читал. Громкость такая довольно-таки достойная, ну, конечно. Нет, сидюшника. Нет, пишет, что нет ничего. Пыльвиков. Не хочет. Да ну не надо. Радио тарахтит. Ну и ладно. Заберем на работу радиослушатель. Давайте посмотрим. Самому интересно. Никогда не знаю. В этой штуке внутри заодно почистим. Тут один динамик. То не работает, то работает. Регулятор громкости, пылище.
Хотя мне все эти кругляши совсем не нравятся. Что у них дизайн такой? Я понимаю, пляжный. Пляжная аппаратура. Так. Ну-с. Как всегда тут. Антенна, что ли? Да, знак стрелочка стоит, значит, тут тоже болтик. Или вот какой болтик-то? Этот? Или вот этот махонький? Так, теоретически. Теоретически вот этот. Хотя не факт, скорее всего, не он. Да. Ну-ка. Эксперимент не вышел, стали всех мудры. Давай-ка вот этот назад. Нет, тут под этим как всегда ничего нету. Техник, дело у нас новое, не освоенное. Разбираться он не хочет. От времени уже все эти отвалились. Так, в этом углу чего-то держит. Хорошо так держит. Ну тут нет, здесь ничего не должно быть. Знаю, где держит. Вот придумывают болтов. Но бывало и хуже. Ну, довольно-таки достойное нутро, не глядя на его неказистый вид. Сейчас, подождите, внешне. Богато, я и в смысле напихну детали. Как говорил Карсон, дома мучительницу такую маленькую коробочку ничего не получится. Ее надо сложить в четверо. Жалко, сидишь, не работает. Ну хотя я уж и диски все раздал. Хороший клей, не отмывается совсем. Так, шлейф раз. Шлейф два. Шлейф три. Ну, еще это. Вот. Так.
у нас тут громкости. Да. Так что тут одна часть. Это CD правильный. Так, динамики 3 ватта. Штучка. В общем, такая галиматья китайская. Сейчас почистим регулятор громкости. Поедет он на работу. Веселить народ. Потому что куда его еще применить? Ума не положу. Как-то так. Такая пучеглазая машина. А что похоже? Похоже на башку от мухи. Глаза пучеглазые. Такая штука. Практически даром осталось. Ну, для... Так, даже больше 10 лет. Конечно, крутит. Тогда еще Алика, по-моему, наверное, скорее всего, не было. Жалко, вот только никаких тюльпанов входовых USB нет. Хотя, при желании, у меня там модуль-то Bluetooth есть. В такую тарантайку ставить его, я думаю, не рентабельно. Хотя качество звука CD-дисков более-менее это. Ничего, скажем так, бывает и хуже. Вот еще один исторический экспонат. Жив курилка.